Здравствуйте, телефон горячей линии обязательного медицинского страхования, оператор Марина. В Новосибирской области заработал телефон горячей линии ОМС 8 800 222 15 15. Обратившись по единому бесплатному номеру, граждане могут получить консультацию и при необходимости помощь специалиста. Вопросы могут быть связаны как с оформлением полиса ОМС, так и оказанием медицинской помощи. Если нужна справка или консультация, ответит оператор колл-центра. Если же нужно более детально разобраться в ситуации или принять жалобу, то звонок переведут на специалиста вашей страховой компании. Не помните, где застрахованы и нет полиса под рукой, или приехали из другого региона – не проблема. Вопрос адресуют в территориальный фонд ОМС. Такой вопрос. При получении полиса у меня спросили СНИЛС, а у меня его с собой не оказалось. Разве его нужно обязательно предъявлять? А скажите, пожалуйста, какой страховой компании у вас медицинский полис? Нет, я... А какая страховая компания? Вот у вас медицинский полис есть? Сейчас, секунду, посмотрю. Будьте добры, посмотрите, пожалуйста. Симосмед. У вас страховая компания Симосмед. А вы, пожалуйста, трубочку не кладите, оставайтесь на связи. Я вас сейчас соединю со страховой компанией Симосмед. Отдел защиты прав застрахованных компании Симосмед. С мая 2016 года для получения полиса обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации необходимо предъявлять страховое пенсионное свидетельство СНИЛС. Также нужно иметь при себе паспорт. А перечень документов, необходимых для оформления полиса обязательного медицинского страхования, вы можете посмотреть на сайтах страховых медицинских организаций или территориального фонда обязательного медицинского страхования. Работа только началась, вопросы активно поступают. Наиболее распространенные вопросы связаны с обеспечением полисами обязательного медицинского страхования. В последнее время в связи с изменениями в правилах обязательного медицинского страхования стал актуален вопрос о необходимости предъявления СНИЛСа при получении полиса. Также часто поступает вопрос от застрахованных о сроках ожидания диагностических исследований и консультаций врачей-специалистов. В 2015 году специалистами страховых компаний территориального фонда ОМС Новосибирской области проведено около 100 тысяч письменных и устных консультаций. Запуск круглосуточной горячей линии позволит рассмотреть каждый звонок. Обращения, поступившие в нерабочее время, после 18:00, в выходные и праздничные дни будут записываться и впоследствии прослушиваться. Специалисты обязательно перезвонят и ответят на вопросы. Теперь все звонки и обращения, как в страховые медицинские организации, так и в территориальный фонд, будут учитываться в единой системе. Работа горячей линии ОМС позволяет обеспечить эффективную обратную связь с застрахованными. Анализ обращений граждан позволит совершенствовать работу по информированию и защите прав застрахованных граждан, выявлению и устранению системных нарушений в сфере обязательного медицинского страхования. Если у вас есть вопрос или возникли трудности при получении бесплатной медицинской помощи, звоните по телефону горячей линии ОМС 8 800 222 15 15.